К юбилею Великой Победы Приднестровский республиканский банк выпустил памятные монеты номиналом 1 и 5 рублей. 5-рублевые выполнены из серебра. На них, с одной стороны, изображен орден Великой Отечественной, причем в цвете, на другой – герб ПМР. Монеты номиналом 1 рубль двух видов изготовлены из недрагоценных металлов. Одна из них также с изображением ордена Великой Отечественной, на другой – столичный мемориал славы. Приднестровский республиканский банк, выпуская эти монеты, хотел бы внести свою такую маленькую толику в то поздравление нашим многоуважаемым и очень любимым ветеранам, которые, безусловно, заслужили. И это мало то, что мы можем сделать, но вот это мы можем сделать. Мы хотим присоединиться к той радости всенародной. И чтобы это почувствовали наши ветераны, уважаемые, и, конечно же, все приднестровцы, все жители как нашего города, так и всех городов и сел Приднестровья. Кроме того, мы бы хотели увековечить в нумизматике и в монетах этот замечательный праздник, это замечательное событие для грядущих поколений.